Писать. А, отлично, началось. Приветствую, друзья! С вами Игаль. У нас уже почти 3 месяца страшной разрушительной войны, полномасштабной между Украиной и Россией. Российская агрессия, нападение России. 24 февраля началось полномасштабное вторжение, попытка взятия Киев. Эта попытка провалилась. ВСРФ были разбиты под Киевом, отброшены. Сейчас война идет на юге Украины, где еще территории захвачены, удерживаются Россией, и на востоке. Хотя там сейчас развивается контрнаступление Украины. Из-под Харькова отброшены были тоже части ВСРФ. И Украина продолжает эту борьбу. Мы сегодня поговорим с Николаем Тилаловым из Болгарии. Болгарский писатель-фантаст. О этой войне, о том, почему Россия воюет именно так, как она воюет, потому что ожидали одно, а происходит другое. Ну и о всех других вопросах Николай, друг Украины, будет интересно поговорить с человеком, как раз такой, со взглядом со стороны, который находится не в Украине и наблюдает за всем этим со стороны. Привет тебе, Николай. Здравствуй, Игорь. Ну смотри, я помню, еще 12 лет назад мы с тобой на связи были, и ты писал у себя в блоге про технологии будущего, войны, война, и рой дронов ты упоминал. Я скажу честно, мне сейчас немножко стыдно. Я скажу честно, я как бы читал и тебе не сказал, но я думал, ну это какой-то бред, ну какой рой дронов, ну это какая-то фигня. А сегодня я сам пишу про этот рой дронов, и это испытано и в Китае, и в США, и то есть это реально военная технология. То есть ты был полностью прав, да, поэтому мои извинения, вот я хочу тебе сказать в прямом эфире, за то, что я тогда недооценил видение твое будущего. И действительно, дроны сегодня играют огромную роль в войне России и Украины, но трудно не заметить, что Россия максимально неуклюже себя ведет в Украине с моей точки зрения, то есть непрофессионально и некомпетентно. Вот ты со стороны наблюдаешь, я так понимаю, с первого дня полномасштабной войны, и вот по твоему мнению, как человек, который не находится внутри всего этого процесса, почему так происходит? Почему у России вот ожидали одно, а оно оказалось совсем другое? Ну, армия, я имею в виду. Ну, во-первых, насчет дронов и роя дронов, все-таки не мое изобретение, я это вычитал у Станислава Лема. И потом еще допридумывал немного и от себя. Хочу отметить, что вся эта технология, она еще, как говорится, делает действительно свои первые шаги. Все еще дроны используются не на 100% от своего потенциала. Так что мы сейчас свидетели перехода от все еще классических войн к войнам, уже можно сказать, фантастических. Ну, не таких, которые в художественных фильмах, а в таких серьезных произведениях, как я писал, тот же Станислав Лем, которые все еще считают прежде всего фантастом. По-моему, он один из самых великих философов 20 века. Так, почему Россия воюет хуже? Я вообще-то не ожидал, что Россия будет воевать лучше. Я вырос в советских военных городках. У меня отчим был советский офицер, летчик, который во время катапультирования получил повреждение позвоночника, больше не мог летать, он был дальше на штабной работе. И вот нас бросали туда-сюда по разным военным городкам, по разным частям. Я вот, как говорится, видел тогда еще советскую армию. Вот российскую армию я уже не видел. Я к тому времени уже приехал обратно в Болгарию. Вернулся. Но все-таки я старался следить, что происходит. И у меня впечатление такое сложилось, что тут надо сказать, что все говорят о России как о наследнике СССР. Значит, если посмотреть космонавтику, то наследником России оказался Китай.
наследником СССР, оказался Китай. А то, что Россия наследила от СССР, она наследила все самое, скажем так, все дерьмо она его наследила. Да. Все, а все хорошее оно ушло действительно в Китай. От СССР что было. Ну, прежде всего, например, Китай осознал, что вот как было на заре становления у большевиков. Значит, запустили они политику НЭПа, чтобы экономика оживилась, чтобы могли привлечь, прежде всего, американцев, чтобы они им построили заводы, чтобы эти заводы делали оружие. Так вот, китайцы сделали правильный вывод, что сам по себе НЭП, как политика, может служить оружием. Он не средство для того, чтобы произвести оружие и этим оружием завоевать мир. А наоборот, этим НЭПом он сам по себе оружие завоевания мира, но не военного завоевания. И вот Китай это сделал. Китай превратился в мировую мастерскую. И за счет этого вышел уже, значит, он буквально соревнуется за первое, за роль лидера, мирового лидера. То есть он сделал правильные выводы из того, что делалось в СССР. А Россия, что сделала Россия? Значит, смотрим на ту же космонавтику. Она как показатель, как фокус всего, как полное описание, на что способна данная экономика, данная страна. Так вот, ничего уже, на ничто не способна. Они, грубо говоря, просрали. И кто это сделал? Путин. С Путина все пошло вот так вот. Не пикирующий бомбардировщик, а подбитый бомбардировщик. Звоем, бухту, да. Значит, это позорище, это даже самые такие, насколько я общался в форумах, самые такие патриотически настроены россияне, там, любители космонавтики, они при слове «Рогозин» у них, в общем, случалась тихая истерика. Просто потому что это... А что такое «Рогозин»? «Рогозин» — это буквально иллюстрация всего того, что творилось в России с тех пор, как это стало там государство РФ. И вот это государство РФ, оно до чего дошло? Дошло до того, что оно уничтожило все то, что было унаследовано от СССР. Естественно, и воевать они тоже будут хуже. Потом... Вот за те 12 лет, даже до того, что мне производило впечатление, что какие именно войска больше всего увеличивались в России? Это была Росгвардия. А что такое Росгвардия? Росгвардия – это жандармерия. И оттуда делал такой вывод, к какой войне готовится Россия. И на основании того, что наращивается и численный состав, и техническое оснащение, я считал, что режим собирается воевать со своим населением. До меня просто не дошло, что в своем высокомерии российская элита решила, что все вокруг них – это легкая добыча. И что там надо только ввести десантика. В общем, десантики, они от десантников местной армии разбегутся, а потом будут вводить эту самую Росгвардию, которая обучена воевать с гражданским населением. Росгвардия вот была это... введена, извини, что перебиваю, Росгвардия была введена в первые дни, в Трояне, да? В феврале, в Киеве, была моментально разбита, так как она не умеет воевать, она для этого не предназначена, ее разбили, тероборона ее разбивала. Но они как раз это думают, что все перед ними разбегутся, и им надо будет только усмирять. Это тоже своего рода ответ, почему русская армия воюет плохо. Да потому что в высокомерии предварительно они сочли, что они самые великие, самые крутые, что все их будут бояться. И, кстати, например, в той же Болгарии действительно многие и боятся, и проявляют уважение, но это уважение в российском смысле этого слова. То есть не уважение, а страх.
Потому что, ну, раз боятся, уважают, для меня это всегда... Раболепское уважение такое. Ну, в общем, как у болгар есть такое, то, что мне не нравится, путается, там, чисто на народном таком уровне, смысловом, путается умный и хитрый. А в России путается уважение и страх. В общем, уважает это... сразу же переводится на смысл такого уважение значит страх. Это какое-то такое, не знаю, именно жандармское, какое-то полицейское понимание этого слова. Любовь к дубинке. А вот ты про космос говоришь, и действительно, это очень важно, потому что, ну, известно, что тоже Роскосмоса где-то 60% его мощностей работают на армию России, то есть он обслуживает милитаризм России. Но если Россия все-таки проводила какую-то милитаризацию, то почему был запущен космос? Почему, ну, в главе Роскосмоса поставлен был абсолютный профан-дурак, и не было попытка как-то действительно все-таки эту отрасль развивать? С чем это связано? Не знаю. Может быть, связано с тем, что рефлексы, инстинкты у правящей верхушки, особенно российской, самодержавной, феодальной, по сути, для нее важнее контроль, держать все под контролем. Для нее не важно, насколько она будет эффективна, данная конструкция. Важно, чтобы она подчинялась верховному начальству. Все. Это, как говорится, необходимые достаточные условия, чтобы счесть такую структуру, ну, имеющую право на существование. А как она работает, с каким КПД, с каким коэффициентом полезного действия, это уже начальство не интересует. Вот сейчас смотрели ту же Чернобаевку. Вот эту переправу там через Северский Донец, да? Река Северский Донец. Трупозакидательство, то есть их не волнует, насколько система, насколько структура эффективна. Главное, что она подчиняется приказам, включительно абсурдным приказам. И они прут, и так буквально во всем. Я со своих детских лет помню вот это... Я так к нему привык, что даже его долго не замечал, а потом было немножко трудно сформулировать. Вот именно это высокомерие. Это, в общем, русские действительно считают себя какой-то высшей расой. Вот этот мессианский комплекс. То есть это отравленный народ. Его очень долго лечить придется, если вообще удастся вылечить. Ну, это не секрет, они действительно болеют величием, то, что вот они уникальны, всех их всегда обижали, а они такие вот особенные, вот, и загадочная русская душа, бескрайние просторы России, вот это все. Оно сидит в каждом, то есть там русский может быть хоть либералом, хоть кем угодно, хоть правым, хоть левым, но всегда будет одно, Россия должна быть великой. Да, и у либералов это тоже заметно, вот иногда... Ну, в том же интернете натыкаешься на какого-нибудь, который кажется тебе адекватным, подписываешься там на канал или начинаешь следить его страницу или блог. И пока дело не упрется до этого величия, и смотришь, и ох, елки-палки, какое разочарование. И этот про то же самое. Что вот, мол, тут нас обижают. Да кто вас обижает, елки-палки? Ну да. Скажи, вот ты говоришь, что ты знаком с советской армией, и русская армия сегодня, вот по сути, в СРФ, они наследники советской. И действительно, во многом их система, и вот то, как они воюют, оно действительно, это они не пытались как-то пройти концепты западные. То есть они действительно унаследовали всю советскую модель. Но Украина, ВСУ ведь тоже, она происходит из советской армии, но мы видим, что она воюет абсолютно по-другому. Неужели это только эти 8 лет реформ или что-то тут другое еще есть? Все-таки украинцы, у них историческая память, та же Запорожская сечь, Махновщина. Да даже и бандеровцы, и петлюровцы, они не являли собой образец каких-то строгих вертикалей, жесткой иерархии.
вообще у украинцев вот это есть инициатива. Инициатива, низовая инициатива, это главное. А там кто командир, ну, сейчас ты командир, сейчас атаман, завтра мы тебя скинем, если ты не справляешься. А наоборот, у русских раз царь это все, значит, он прав, какой бы придурок ни был. Так что, действительно, национальные особенности характера спасают. Что в конце концов, да, на одной и той же основе можно сделать различные вещи. На одном и том же фундаменте можно построить и тюрьму, и, ну что там, молодежный дом какой-нибудь. Ну, то есть, да, советская армия, это, получается, был фундаментом, который с 91 года каждый строил свои силы. Ну, в принципе, да, и, может быть, даже неплохим фундаментом. Но все дело в том, что технологический прогресс, он должен влиять, сильно должен влиять обратно на этот самый фундамент. Но опять же инерция, вот как тот же Станислав Лем писал. Новые технологии плохо смотрятся на параде. Или во всяком случае непривычно смотрятся на параде. Особенно когда те же дроны, но это же небольшие там танки, которые грохочут там и выглядят. Что-то ничего такое вот, невзрачное. Но именно это невзрачное, в конце концов, его потенциал начинает потихоньку диктовать, как именно вести войну. Я вот вспомню, кстати, у меня не только же отчим, у меня и отец был тоже летчиком. И я помню от отца, отец мне говорил, ну это все, танки, самолеты, все это уже мертво. Просто оно еще не знает, что мертво. Ну, я говорю, спрошу, ну почему так? Ну, говорит, про танки я тебе говорить не буду, но про самолеты я тебе вот что скажу. Самолет как конструкция, как машина, может выдержать такие перегрузки, от которых пилота размажет буквально. Фарш превратится в кабине. Чисто от перегруза. Значит, если убрать, он еще говорил, в общем, инженерный принцип таков – проектируешь что-нибудь, а потом начинаешь от него убирать слабые стороны. Так вот, слабая сторона, последняя слабая сторона в одном самолете, это что? Это его пилот. Надо пилота убрать оттуда. И вот тогда получится уже машина, которая, ну, робот получится. Если судя по концепции робот, дронов и беспилотников, она на этом и построена. То есть это беспилотник как раз аппараты. Но, имею в виду, все еще у беспилотников есть удаленные, дистанционное управление. Оператор. Да, оператор. Но это все еще уязвимая часть. Можно перехватить сигнал, заглушить. Или, может, даже действительно перехватить управление. Нет, нормальное, логическое. В общем, логика толкает к тому, что дрон должен быть автономен, должен сам принимать решения. И как тот же Станислав Лем говорил, им тут не нужен искусственный разум, тут нужен искусственный инстинкт. Вот смотрим на пчел или на ос. В общем, почти любой из нас имел дело с этими насекомыми, знаем, что происходит, если их разозлить. И они очень эффективно действуют. И вот то же самое, имеем рой дронов, автономных, связанных между собой. Значит, они, связываясь между собой, обмениваясь данными, решая задачи, они увеличивают и свои вычислительные мощности. Им не нужен искусственный интеллект, им нужен искусственный инстинкт. Буквально им нужно быть похожими и вести себя как осы. И, скажем, у них там одна строчка написана, вот на данной территории любой человек с оружием – это враг. К тому же сейчас вот это базы данных такие, что буквально можно ввести данные всех местного населения. И, в общем, любой, кто чужой – это враг. И его надо обезвредить. Тогда уже действительно получается, что война дегуманизируется, так правильно сказать, да? Да, убирает человека вовсе. Человек превращается просто в жертву. Да, именно.
человек остается только на роли потерпевшего в этом деле. Но если смотрим на те же роевые роботы, они могут не только быть дронами, в смысле летающими, они могут быть ползающими и плавающими. С мирной точки зрения, какие огромные перспективы их применения? Не для убийств. Вот тот же, представьте себе, то же поле там, с пшеницей. Там можно до зернышка убрать вот такими вот механическими муравьями. Не нужно будет и ядохимикатами травить, потому что они просто проходят, постоянно купируют, заботятся о каждом колоске. В конце концов, там все это можно оптимизировать и получить невероятную пользу для человечества. Ну вот, первым делом, на что идет прогресс, на создание оружия, на создание... Война. Ну, несомненно, вот, да, сейчас об этом говорят максимально, что за роевыми системами большое будущее, в том числе и в мирной сфере. Ну, конечно же, да, война является здесь, как всегда, двигателем прогресса. Но вот, возвращаясь обратно к Украине и России, обе стороны используют дроны, много, мы это видим, разные, от крупных БПЛА, ударных и целеуказаний, до маленьких квадрокоптеров. На что ты обратил внимание, вот какую роль они играют с двух сторон, со стороны Украины и России? Есть ли тут какое-то новое слово в этой войне, или это все было просто ожидаемо, и тут ничего нового и интересного нет? Ну... Я сильно впечатлился от того, как украинцы моментально приспособили вот эти обычные дроны для наблюдения, чтобы они кидали гранаты, причем старые гранаты. В общем, та же инициатива, в конце концов, да, вот скажем, чисто условно, хардвер, железо, и у россиян, и у украинцев одно и то же. Но подход противоположный. Одни россияне ждут приказов сверху, ждут инструкции, тупо их выполняют. А украинец не ждет кого-то сверху. Он выдумывает и прикладывает то, что выдумано. В конце концов, это происходит такой быстрый отбор. Вот это полезное, оно моментально закрепляется, распространяется, другие тоже начинают это... Ну, воспринимает все самое хорошее. Буквально эволюция идет. Эволюция поведения, эволюция оружия, эволюция средств, эволюция тактики. В общем, и это можно сравнить так. У украинцев получается живой, развивающийся мир, а у россиян музей с чучелами, от которых только жутко становится, и все. Но вот большие, да, извини, но вот большие ударные дроны, они заменят свою авиацию или это все-таки что-то другое? А вот не знаю. В принципе, использование роботов, особенно роевых роботов в войне, оно так сильно меняет все, что тут обесмысливаются классические, да, уже ставшие классическими, роды войск. Ну вот, хорошо, зачем нужна авиация? Авиация нужна, чтобы она взлетела там, наметила цель, отбомбила, вернулась. А если к этим целям загодя вот эти дроны приползли и закопались там около этой цели. И просто в один момент, когда эту цель надо уничтожить, они даже не уничтожают. Они зайдут, перережут, ну, скажем, там, электрические провода, командные пункты, или захватят ее. Даже ей не нужно уничтожать. Просто то, что мы привыкли, включительно в фантастических фильмах, так называемых фантастических фильмах, потому что в большинстве фильмов «Войны будущего» представляются мне не совсем продуманными. А не то, что мы себе можем представить, а будущее – это то, что мы себе представить не можем. Так что
перспективы роботизации, они дают совсем иную картину. То, что сейчас происходит, это все еще инерция. Инерция наших навыков. Поэтому люди взаимодействуют сейчас с дронами, вместо того, чтобы запустить их, чтобы дроны действовали самостоятельно. О чем я, кстати, очень часто жалею, читая новости, особенно там про убийства мирных жителей, что не случайность, что, по-моему, целенаправленная стратегия россиян. Они таким образом стараются сломить дух, унизить, испугать, вызвать депрессию. Потому что они просто... Ну, они же прямо сказали, нам Украина не нужна, нам нужны земли. Украина нужна чисто для самоидентификации. Вот Киевская Русь – это же центр и источник государственности, так? Значит, ее надо взять без Украины, без Киева. Тут мы не империя, так они рассуждают, и по-моему, это действительно так. Кстати, по той же, если двигаться по той же логике, что Киев – это мать городов русских и источник государственности, а источник письменности, источник религии где? Здесь, в Болгарии. То есть получается, что мы следующие в списке. Кстати, Болгария ведь... Вот мне странно было слышать от тебя, что у многих болгар есть такой какой-то сентимент в сторону России, потому что исторически царь ведь бросал болгар, когда нужна была помощь. Обещал помочь и был братьям славянам, а на самом деле в конечном итоге их бросали там. Я плохо знаю эту историческую часть, но вроде там балканские войны, турки и так далее, болгары были сами себе оставлены. Ну, в общем, дело такое, что из всех русско-турецких войн, в конце концов, самая последняя вошла в историю, как в нашу историю, как освободительная. Uh-huh. До того были какие-то, ну да, вроде бы воевали, потом опять мирились с султаном. И те болгары, которые помогали русской армии, понимаешь, что с ними происходило. Uh-huh. Потом, для того, чтобы, когда случилось, наконец, разразилась эта так называемая освободительная война, почему-то в манифесте Александра II нет ни слова ни про болгар, ни про освобождение. Если бы они так хотели освобождать, значит, во-первых, они бы не слились с султанской полицией, в общем, царская российская охранка не слила бы султанской охранке сведения о том, что готовится восстание, что есть сеть революционных комитетов. Наоборот, вошли бы в контакт с этими революционными комитетами, и вместо того, чтобы прерывать каналы снабжения оружием, из Армении, кстати, везли. Армянские анархисты снабжали болгарских революционеров динамитом и оружием. А царская охранка все это пресекла. Так вы же вроде там плачете, что вот единоверцы, там, братья славяне и христиане там, под игом каких-то нечестивцев. Так почему же не помочь им? Вместо того, чтобы... Нет, послали свою армию. Хорошо, послали армию. В этой армии была какая-то часть, называемая болгарским ополчением. Хорошо, ты идешь на территорию, где население дружественное, идешь освобождать. В таком случае тебе нужна не часть болгар, тебе нужна мобилизационная структура. То есть заходишь в первое село, оп, получилось еще там, скажем, 2-3 взвода. Зашел в город, оп, получилась целая рота или даже батальон. То есть ты идешь, и у тебя армия возрастает. Ничего такого не было. Ничего такого не было. Наоборот, воевали тут, будто болгары на этой территории какой-то, как тебе сказать, досадный элемент. И потом, после, значит, идеалом национально-освободительного движения в Болгарии была так называемая концепция чистой и святой республики. Значит, брали пример с Швейцарии и Соединенных Штатов. То есть не с тех Соединенных Штатов, которые были тогда в реале,
освобождаем их, как тогда себе представляли Соединенные Штаты и как тебе представляли Швейцарию. В общем, такое идеализированное. И, соответственно, идея была республиканской. Ну, что сделала Россия? Она установила, то есть, ну, совместно с остальными там, великими силами, нет, установили здесь монархию. И что произошло с нашими, свободолюбивым народом? Согласились. Понимаешь? Предали свои собственные дела. И там дальше уже что было? Да, и Балканские войны. Кстати, Балканские войны. Когда начала собираться эта коалиция, ну, тут балканских держав, Греция, Румыния, Сербия, Болгария, против Османской империи, султан сказал, да ради бога, скажите, что вы хотите, я вам отдам если так. Но в этот момент уже появилась новая артиллерия, появились самолеты. Появились первые, радиосвязь появилась. Это нужно было бы испробовать в реальных условиях. Поэтому Германия, Франция, Англия, они сказали, нет, будете воевать. Посмотрели, какие тактики можно выработать на основе нового вооружения. Что-то уже и пулеметы есть, и артиллерия такая другая. Надо посмотреть это вживую. До этого, кстати, значит, Болгария же она существовала в виде княжества Болгарии, как я его называю, православный султанат, и восточная Румелия, которая была под протекторат Османской империи. И вот в 1885 году произошло соединение. Вопреки там, международному положению, вопреки воле великих сил, как отреагировала Россия? Значит, самое странное, что Россия натравила Сербию напасть на Болгарию в этот момент. И когда болгарская армия победила, угадай, где был такой салют в честь победы болгарского оружия? В Стамбуле. Не в Москве. Не в Берлине, в Стамбуле. В общем, там реакция была такая, о, значит, ну, там был такой немножко, наверное, что вот хороших ребят мы воспитали. Тут под султанской властью, значит, выросли они хорошие там ребята. В общем, достойны они своей независимости. И далее с Турцией, кстати, не было никаких проблем. Проблемы всегда были по большей части или с Россией, или с Югославией, которая всегда была любимицей России, но в то же время всегда Россию предавала. Ну да, это известная уже история. Практически всегда. Вот и сейчас тоже они тоже в Сербии говорят, о, мы тут за Россию там выходили на День Победы, там и буквой ЗЮ махали. Но правительство их приняло это. А, кот тут тоже что-то хочет сказать. Правительство их приняло санкции. Так что, это... Россию, государство... которая делала... Да-да. Так вот, почему у болгар, у большинства, действительно, к сожалению, у большинства болгар есть такие, не знаю, симпатии к России... Ну, тут уже скорее не симпатия, тут какой-то страх. Действительно страх, что придут и раздавят все. Ну, что уже два раза, три раза приходили и все, давили. И вот осталось такое мнение, что лучше с русскими не ссориться, а некоторые даже дальше пошли, давайте им подлизываться, и они на нас не нападут. Ну, это же чушь. Что бы мы ни делали, вот та же Украина. Насколько я знаю, Зеленский выиграл выборы с идеей, чтобы помириться с Россией. Так же? И Россия напала. Пытка была максимальная, да. Да, и Россия напала. То есть как-то демонстрирует России свое миролюбие и свое дружелюбие, это бесполезно. Потому что если Россия решила напасть... Тебе это не обезопасит. Да, ничто. Как бы ты себя ни вел, а вот это, да. Что ты же
я же это сказал, что вот Киев, он центр государственности, а Болгария – это центр письменности. То есть это две... Отсюда и становится, почему так... Здесь же в Болгарии не было оккупационных войск. То есть после 3 лет оккупации они убрались и держали такие, как в ГДР, как в Польше, в той же в Венгрии. Почему? Да потому что здесь подбор был такой, что коллаборантов ставили на ключ. Да, что и сейчас происходит. Президент, так называемый президент Болгарии, он абсолютно русская пятая колонна. В правительстве тоже навалом. Uh-huh. Если что-то произойдет, русским даже не надо будет нападать. Им достаточно будет дать команду своим тут, своей пятой колонии, чтобы здесь началась уже заварушка. Здесь можно... Сейчас, смотри, Николай, сейчас у нас Россия максимально ослаблена, она сейчас ни на кого нападать не может, потому что почти все ее войско, оно в Украине, и громят огромные потери техники и всего остального. И отсюда напрашивается вопрос, понятное дело, что сейчас они не могут угрожать никому, да не даже Финляндии. То есть угрожать на словах могут, я имею в виду в реале, но... У России сейчас бьют, громят. Очевидно, что Путин и его окружение не пойдут на разгром. При этом использование ядерного оружия тоже маловероятно, потому что там это не воля одного человека, там целая цепочка людей, говорят, 7 человек должны одобрить. И очень большой вопрос, сколько там самоубийц, сколько они реально это одобрят. То есть вот то, что в СМИ любят пугать ядерным оружием, скорее всего, этого не будет, с большей вероятностью. Но победить у России тоже, мы видим, сил нет. Чего тогда ждать? На что пойдет Россия? Вот с точки зрения, ты как человек, который знает историю, отношения, опять же, вот видишь, России с пространством вокруг России. И да. Вот тоже человек, который вот, любит смотреть в будущее, заглядывать, заниматься каким-то вот таким прожекторством, таким, ну, как ну, вот оно будет все выглядеть. Что ожидать сейчас Украине от Путина и от России в ближайшие месяцы? Всяких подлостей. Подлостей. Всяких подлостей. Подлостей, да. Мелких таких гадостей. Мелких и крупных. Всяких. Но, значит, что мне делало впечатление? Я же все-таки пока жил в СССР. Это только последние годы. Я был в Украине. Кстати, там было единственное место, где никому не было дела, что я иностранец. Абсолютно никому. Это был такой большой контраст. Я даже помню, в одной из школ, при одном из переездов, все еще были на территории России, я просто не сказал, что я иностранец. Тогда у меня было такое безоблачное время, никто на меня не наезжал ни за что. А в Украине оказалось, что это, ну, иностранец, да, интересно. И все. Зато в России, ага, иностранец уже начинали смотреть косо. Так, что ждет Россию? По-моему, Россию все-таки ждет распад. Спасибо. Потому что из того, что я помню вот это напряжение между, межэтническое напряжение, которое было, даже напряжение между различными городами. Напряжение между различными районами одного и того же города. Вот это как уличные банды. Это были не банды, это были просто буквально жители данного квартала, но у них какое-то вот такое понятие, что кто-нибудь зашел с чужого района, значит, это чуть ли не враг какой-то. Меня это поражало. Потом... Трайбализм, клановость. Да, да, вот это, не знаю. Потом вот эта вся политика унижения национальных меньшинств. Русификация. В то же время
какая-то шизофрения получалась, что, ну, с одной стороны, вот, вот тоже посмотрите, там и те же и кавказцы, и украинцы. Ну, человек просто хозяйственный, просто любит, чтобы у него, около него было красиво, там, в порядке все. И он, когда не может это купить или кого-то заставить, он это делает своими руками. И ему нравится делать своими руками. Большинство русских деревень, я помню, там, значит, это какой-то ужас. Чисто эстетически включить. Почему? Да потому что безнадега, неохота делать. И вот они с таким вот самочувствием, что мы тут высшая раса, вот все говорят на русском, но живем мы беднее остальных. И вот получается очень странное, что они вроде на привилегированном положении, русские, но живут хуже, чем те, над которыми они вроде стоят. Что, наверное, их мотивирует и злит дополнительно. И, по-моему, это было нарочно сделано. И это было еще с царей так пошло. Это был способ разобщать народ. И всегда, всегда иметь возможность натравить вот этот, вот эту люмпенскую массу против любого восстания. Но сейчас... Классика разделяя властвуй, да. Да, но сейчас получается, что вот это государственное... забыл слово русское. Государственный саппорт вот этой черносотенной массе, он ослаб. Почему? Ну вот, жандармов перебили в Украине. Военных тоже перебили. Значит, меньше остается кому держать порядок. Значит, постепенно они начнут действительно вершиться друг на друга. Вот те же буряты, вот, та же Бурятия, там сейчас Бурятия, Дагестан, там, кажется, самое большое количество погибших оттуда. Да. Тем не менее, там все еще, там очень сильно все русифицировано. Они знают, да, мы не русские, и знают, что русские их называют какими-то чурками называют. Это неприятное слово, которое я хотел избежать, но придется его употребить. Все, да, они знают, русские зовут нас чурками. Тем не менее, они идут и гибнут за этот русский мир. Но это поразительное что-то, у меня в голове это не укладывается. Да, в один момент иссякнут. Эти люди начнут... Особенно, когда увидишь, что за то, что ты русский, тебя морду бьет, вот они тогда скажут, не-не-не, мы не русские. Начнут на это давить, что мы не русские. И вот тогда, как говорится, вспомнят старое, станут пустить. Потом еще есть такой момент, так называемые внешние силы. Особенно вот эта внешняя сила большая, Китай. Вот, до войны был один парень, Никита Уваров, из одного городка в Сибири, Канск. Значит, парень вместе со своими друзьями делали в одной компьютерной игре, в компьютерной игре построили здание ФСБ и решили его взорвать, по крайней мере, так. И его за это засадили в тюрьму, не виртуальную тюрьму. Хотя там на самом деле его засадили за то, что он себя не признал виновным, и за то, что они поддерживали место, да, которого посадили. В общем, в Польшу. Итак, я специально изучал там, что про этот городок Канск. Этот городок Канск, он находится чуть ли не в середине большого такого... Там лес рубят, перерабатывают китайские компании. И, в общем, появляется много отходов, которые невозможно утилизировать, например, в брикеты или что-то такое. Они их жгут. И от этого в этом Канске дышать невозможно. То я все это прочитал. То есть что получается?
что Китай уже забрал себе Сибирь фактически и вытворяет там, что хотят. Так что нужно только, чтобы еще немного ослабла центральная власть, чтобы по мордасям украинцы надавали. То есть не по мордасям, увы, а по рукам, вот этим вооруженным рукам. Там, армия, флот, там, кто там еще был, в союзниках у России, как сказал этот Александр III. Так вот, когда их хорошенько надают им по рукам, и эти руки не смогут и уже номинально удерживать что-то, ну, это просто... Вот эта вся большая часть, Дальний Восток, Сибирь, все это уходит. Я не знаю, может, и Чукотка попросится в Америку. Там же был когда-то анекдот, что вот там Чукчи говорил, что вот американцы какие плохие, вот это, Аляску купили, а Чукотку не купили. Они с радостью перейдут, потому что туда сразу начнутся вложения, инфраструктура, развитие и так далее. Я помню в перестрой, в ельцинские времена, там в Сахалине были даже какие-то настроения, что вы о нас совсем не заботитесь, мы тут попросимся в Японию, чтобы нас взяли. Будем такие вот, да, европейные японцы и будем лучше жить. Ну, сейчас это, конечно, проглохло. Потом Кёнигсберг тоже же вернется, придется возвращать. Его, несомненно, вернут. Тут вообще без вариантов, конечно. Я, правда, не уверен, что он сам объявит себя какой-то отдельной такой страной, которая тут же попросится в Европейский Союз. Потом я еще с удивлением там узнал, что в 90-х годах было еще какое-то такое движение за вот это Новгород, Псков, Петербург с Ленинградской областью. Все это Ингерманланд. Да. Когда они... еще не закрутили гайки, много, на самом деле, в России было много как бы дискурса о субъектах, о делении, о распорте империи. Об этом, ну, обсуждали, разговаривали. Это было частью дискурса. Все это такие старые шрамы, линии разлома. Которые... Я понимаю тебя, вот, ослабление России, вот, Украины, оно обратно подгребет это все, то, что спит. Да, ну вот если... Кавказ, конечно же, тут нечего говорить, тут и все, и так все понятно, Кавказ, все известно. Татарстан тоже, Татарстан, там серьезные настроения, по крайней мере, были. То, что сейчас про них последние, там, может быть, десяток лет не очень слышно, по-моему, не слышно не потому, что отказались, а потому, что просто притихли. В всяком случае, я бы на их месте тоже притих и ждал бы. Потому что ждать действительно, в конце концов, бывает, что полезно просто подождать. Посмотреть, как справляются с центральной властью с этим всем. Вот этот пояс областей около Украины, там какая, Курская, Брянская, Белгородская, тот же, да, Белгородская. Я в Воронежской области, я помню, как были мы там в одном селе, село Галиевка, Богучарский район, на Дону. Я там впервые услышал незнакомые слова, которые вроде и звучали так славянски, но были не русские. Они мне там некоторые даже понравились. Я их стал употреблять на меня. Потом, когда мы переехали снова в России, там, в более русской России оказались, на меня сразу: «А, ты хохол». Я слова это не понял. Ну, так что есть и вот эти области около Украины, они, по-моему, в Украину попросятся. Если в России начнется хаос, как бы, я не сомневаюсь, что они попросятся в Украину. А в самой Украине об этом тоже говорят, что вот свободолюбивые народы там Белгородской республики не только будут проситься о присоединении к Украине. И это тоже произойдет. Другое, что произойдет, это... Ну, Киев станет этим центром
притяжение. Да, включительно вот это, тут много про культуру говорили, давайте отделять вот, путинизм от русской культуры. Ну хорошо, давайте отделим, что останется? А ничего не остается. Ничего не остается. В конце концов, эта культура не успела воздействовать на людей так, чтобы они не проявили себя вот этими сволочами, которых мы увидели и в Буче, и везде. Значит, эта культура провалилась. Так же, как провалилась немецкая культура в 30-х годах. Она просто обнулилась. И потом нужно было какое-то время, чтобы немцы своим поведением восстановили этот престиж этой культуры. А здесь уже русская культура, она не восстановится. Почему? Да потому что есть центр вот этой самой Киевской Руси. Культура перейдет туда. Германии ведь не было какой-то альтернативной Германии рядом, грубо говоря. Да. Вот. А Киев это все-таки, да, Киевская Русь. И самое главное, что в самой Украине это никак не отметают. То есть хорошо знают, что да, была когда-то Киевская Русь. Она никакого отношения к России не имеет, конечно же, современной. Да. Вот в самой Украине это все помнят, знают хорошо, вот, и не отрицают. В конце концов получится то, что от Руси отпадет вот этот... это опухоль, это раковая опухоль ордынская в Москве, и останется, как говорится, правильная, адекватная Русь, здоровая Русь, которая Украина. И... На этой позитивной нотке, если твоего позволения, мы будем заканчивать, потому что мне надо по работе бежать, к сожалению. Вот. Да, если тебе что-то есть добавить напоследок, то давай свободно. Писателем, в общем, у Стивен Кинга там было одно, в общем, там его герой тоже писатель, и он говорит: любите нас, читайте нас, покупайте нас, но не верьте нам. Потому что мы, дай нам только болтать, мы будем болтать и заболтаем все. В общем, позитивное. Горькое это позитивное. Через такой кошмар вынуждено было пройти. Ну, не знаю. Вот многие люди говорят, воспринятие истории. История это что-то из учебников, из толстых томов. А история, она происходит сейчас. История это то, что нас давит, потому что мы... Не обратили на него внимания. Но все-таки надеюсь, что это закончится скорее. Я уверен, что оно закончится. Причем закончится именно в пользу Украины, в пользу этой самой Киевской Руси. Проблема в том, как долго продлится агония этой опухоли, которая попыталась захватить все. Я полностью тебя поддерживаю. Спасибо. На самом деле. И действительно, сейчас происходящее – это агония. То есть это по-другому никак не назвать. Все ожидали, что армия России сможет действительно как-то себя проявить, показать. Это даст новый толчок вот величию и России, и Кремля, и его политики, и его лидерам, и русскому оружию, чтобы оно не означало. Но оказалось, все это просто карточный домик, который рассыпался в пух и прах. Да. И ничего из себя не представляет. И поэтому это действительно это просто яркий показатель настоящей действительно агонии того, что империя, которая начала рассыпаться вот 100 лет назад, она большевики ее склеили искусственно, и вот она продолжает рассыпаться, и она продолжит дальше рассыпаться. И как объявили независимость в свое время, там и Финляндия, и Украина, и страны Балтии, и так далее, также обретут независимость и Кавказ, и Сибирь это идет, и все территории, которые Московия 500 лет назад вот в походах захватывала. И так далее. Да, спасибо тебе, Николай, огромное за диалог. Было интересно. И мне про Болгарию было интересно услышать. Я очень, очень плохо знаю этот регион и что там было исторически и так далее. Очень будем надеяться, что украинцы будут дальше проявлять себя максимально креативно, и в том числе с дронами, и в том числе с технологиями, и
это низовая инициатива, о которой ты говоришь, да, я как человек, который сейчас живет в Украине, я это вижу своими глазами, вот я могу засвидетельствовать, что да, вот низовое, оно максимально здесь развито. Это часто любят ругать, то есть это как бы как и сила, как и слабость, как и говорят, что да. Демократия Украины – это и сила, и слабость Украины одновременно. Но мы видим, что все-таки плюсов здесь больше, чем минусов. Позитивного здесь больше, чем негативного. И поэтому хотелось бы, чтобы это все-таки развивалось дальше, и общество Украины, оно было свободным, могло развиваться. И эта инициатива была не только на войне, а после победы она была в том числе и в гражданском обществе, и в мире. Вот. Да. Поэтому ты знаешь, всем спасибо. Что... Да-да. Знаешь, что мне понравилось у Арестовича? Да. Он сказал, что Украину надо будет построить в виде Запорожской сечи. Футуристическая Запорожская сечь. А Запорожская сечь – это же прямая демократия. Это максимально близко к тому, что делал Нестор Иванович Махно, о чем писал Кропоткин. Так что я очень надеюсь, что развитие Украины пойдет именно в этом направлении. Это то, что, на что я и во время Евромайдана надеялся, что выкинут, наконец, лозунг, в общем, вся власть Майдана, мы больше никому. Тогда не получилось, но сейчас получится. Очень сильно надеюсь, потому что таким образом Украина сможет оздоровить всю Европу. Да, несомненно, Украина будет демократичной и свободной. Тебе спасибо за возможность поговорить. Ну, действительно, давно по-русски не говорил. А сейчас надо и украинский лучше выучить, потому что мне всегда украинский нравился, но я его в школе не учил. Почему? Красивый язык, да. Да. И много параллелей с болгарским, кстати. Много больше, чем я. Ну, спасибо тебе еще раз за возможность. Друзья, спасибо, что были с нами, послушали весь наш разговор. Подписывайтесь, приглашайте друзей, делитесь, ставьте лайки или дизлайки, неважно. А дизлайки отключили на YouTube, неважно. В любом случае, пишите комментарии, задавайте вопросы и увидимся на следующих встречах. Всем пока.